Как известно, этим летом в Казани пройдет 16-й чемпионат мира по водным видам спорта. Среди участников соревнований есть и студенты Казанского федерального университета. Нам удалось пообщаться с представителем сборной Кыргызстана по плаванию, студентом Института управления экономики и финансов Давлетбаевым Дамиром, и узнать, как проходит подготовка к чемпионату. Ну, у нас в нескольких этапах, то есть проходил, у нас до декабря месяца проходит в коротком бассейне, где чемпионат мира в Дохе проходил. А после Нового года мы уехали на месяц на сбор, то есть в Киргизию, в Среднегорье, вместе со сборной Татарстана. Вот, месяц, и уже после того, как спустились с гор, поехали на этап Кубка России. То есть в нескольких этапах. Сначала чемпионат Татарстана, потом сборы в Среднегорье. И уже такой вот как этап Кубка России был. Тренируюсь я в Буревестнике со сборной Татарстана. Вот, ну, тренировки здесь сильные очень. То есть я могу сравнивать, как мы тренировались в Киргизии, как здесь. То есть, ну, тренировки здесь очень сильные. Ну, я и как всегда есть парень, с кем посоревноваться можно, погоняться. Здесь очень сильные ребята по сравнению с тем, что у нас. И условия очень хорошие, конечно. Бассейн здесь шикарный просто. Зал. То есть все условия есть. Сунгатуллина Динара, Гемальдинова Алсу, Воронов Семен, Универньюз.